опасное состояние атмосферы. Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Опасное состояние атмосферы. Я работаю в трюме. Дело вот в чем. Мы обкрадывали вас, сэр. Сначала по мелочи. Перевозили контрабанду, таблетки, пищу из опасного списка. Не знаю, может, вы слишком мало платите техникам, но у Лили разгорелся аппетит. Она стала красть нейромоды, чертежи, продавать их конкурентам Транстар. В общем, подумайте об этом, мистер Ю. У Касмы есть доступ к нашей интеллектуальной собственности. Лили поручила мне модифицировать старые сигнальные панели, превратить их в тайники. В некоторых все еще лежит имущество компании. Три удара разводным ключом, и они откроются. В общем, я хотел сказать, я не хотел, чтобы так получилось, но ситуация вышла из-под контроля. Но я хочу все исправить. Любым способом. Вот и все.
Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ.
Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Соответствует стандартам. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ.
Внимание, критический. Уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Капсул. Можете до нас добраться? Нет, мы отключили питание лифтов, чтобы эти чертовы твари не добрались до управления. Ну, мы по-любому тут застряли. Мы не можем открыть капсулы. Я не понимаю. Я продолжу отправлять на компьютеры охраны просьбы о помощи. Может, кто-нибудь их заметит? Угу, может. Пониженная гравитация. Thank you.
запрос нового оператора. Медоператор Танстар класса пирамида 490 готов. Не заденьте проем. Thank you.
Изучаю. Ваш костюм поврежден. Позвольте мне его починить. Работа выполнена. Изучаю. В вашем костюме течь. Я устроил закладку. Ремонт завершен. Дайте дорогу. Thank you.
Передвигаюсь. Пониженная гравитация.
Thank you.